Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая». Внесенные изменения помогут малому и среднему бизнесу развивать туризм на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки. В данном случае мы рассматривали сегодня инициативу губернатора о внесении изменений в закон о туризме и туристской деятельности в Свердловской области. Дело в том, что он достаточно такой инновационный, потому что у нас нет сегодня понятия в законодательстве туристско-рекреационного кластера. Этим законом это понятие вводится. Вводится понятие резидентов туристско-рекреационного кластера и, соответственно, определяются те меры поддержки, которые могут быть оказаны. В качестве одной из мер рассматривается льготное налогообложение. Поправки в налоговые законы депутаты Законодательного собрания вместе с правительством региона рассмотрят в ближайшее время.